то, что вы так давно ждали и не боялись спрашивать, ну, подзадолбали немного, если честно. Вот, впервые в истории мерч-жеще. Медиатор, херня, потому что надо покупать медиатор и жеще. Но нет, это хороший медиатор. Прости, медиатор. На что я готов ради того, чтобы что-то продать? Что я за человек такой? Так вот, мерч ЖЩ. Немного фактов. Это логотип группы ЖЩ. Я его сам придумал и нарисовал. Дело в том, что когда я его рисовал, я нарисовал его примерно. И я подумал, я вообще татуировку хотел, да? И я подумал, ну, примерно рисую, я рисовать-то не умею, да? Только петушков лепить из глины. И принес это в тату-салон. Ну, я думал, там сидят же профхудожники, они там все гнесинки заканчивали. Где художники учатся? Мухинки, да? Барона Штиглица, вот это все. Это одно и то же. И думаю, ну, мне там сделают симпатичнее, да? Покрасивше, а не как я сделал. Но нет, мне сказали, так и сделаем. Иди нахер. Теперь это уникальный логотип, в этом его красота, простота, наивность. В общем, толстовки. Но есть не только толстовки. Толстовки я сам очень люблю, и обычно никто не торгует толстовками, потому что их делают очень запарно и дорого. Поэтому никто их покупать не будет из-за цены. Но зато можно будет купить футболки. Тот же самый рисунок, как мы видим, но на футболке, да? Но стоило бы запускать мерч ЖЩ ради вот этого вот логотип, который я нарисовал. Нет, мы запустили мерч ЖЩ ради логотипа, который я нарисовал. И я вам сейчас его покажу. Включается песня You can leave your head on. Ту-ту-ту-ту. О! Итак. Да. Мрак. Нитка. Вот. Мрак. Это я тоже придумал, но нарисовал не совсем сам, поэтому выглядит посимпатичнее уже. В общем, такие длинные буквы, как мы все это любим, это такой хэви-метал мотив, давно известный, и я решил его использовать. Очень прикольно смотрится. И на футболке тоже классно. И вот. Вот в чем прикол. Ну и классика там есть у нас. Наклейка, чтобы клеить в школьном туалете. И значок. Зачем вам значок в 2020 году, я не знаю. Когда я был молод и свеж, уже тогда значки было носить как-то стрёмно. У меня было много значков. И сумка через плечо. Надо было сыграть что-нибудь с той эпохи, но я не умею играть ничего. Кроме... А, медиатор я выкинул, да? В порыве сожаления. Это даже не моя партия. Зачем я ее выучил? Кстати, о партиях. Приходите на концерт, вступайте в партию, партия, и... Как вы выбрались из смирительной рубашки, пишите в комментариях. Ссылка на Вагамерч в описании. Вагамерч. Самый топовый магаз из тех, что у меня есть. У меня один магаз. То есть, это и самый отстойный тоже. Блин. Надо сделать второй магаз, чтобы он был тупым. Предлагайте идеи, что продавать в отстойном магазине. У меня уже была идея продавать глиняные свистульки. Но ручной работы. Но я согласен их продавать за 5000 рублей за штуку. И не гарантировать, что они дойдут в сохранности. Вот, такая бизнес-модель меня устроит. Все, приходите на концерты и... Если хотите мерч, то берите мерч. Все просто работает. Что непонятного-то, блин?